Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас в программе, вечно я кадр не могу выставить, узор. Вот смотрите, какой он классный, обалденный. Вот я, конечно, чуть с опозданием, но, может, ну, не знаю. Вот напишите, для чего бы вы использовали вот этот вот узор. Он как бы... имитация платочной вязки, но такой объемный. Я бы его использовала вот на шапку с отворотом. Вот такой вот объемный, классный, фактурный узор. И вяжется он очень-очень просто. Значит, в основе его лежит резинка 1 на 1. То есть набираем мы петли кратные 2 плюс 1 петля для симметрии. Так, 2, 4, 6, 8, 10 и 1 петля для симметрии. 11 петель я набрала. Первый ряд мы вяжем. Это первый ряд стабилизирующий, его нет в узоре. Поэтому я его не считаю, вернее, считаю. 1, начинаем с изнаночной. Вяжем резинку 1 на 1. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная петля. То есть резинка 1 на 1 у нас. Второй ряд. Лицевую, первую кромочную мы снимаем. Лицевая петля. Изнаночную, смотрите, как мы провязываем. Продеваем спицу и делаем двойной захват. Раз, два. Вот здесь вот так вот я придерживаю и провязываю. Лицевая. Раз, два. Провязываю. Лицевая. Изнаночная. Раз и два. Провязываем. Лицевая. Изнаночная. Раз и два. Провязываем. Лицевая. Изнаночная. Это третий ряд, который потом повторяется через лицевой ряд. Третий, седьмой, одиннадцатый и так далее. Кромочную петлю снимаю. Изнаночная, лицевая. Вот она, где у нас двойной захват. Мы продеваем спицу на два ряда ниже. Один, два и продеваем спицу. Подхватываем этот двойной захват. Спускаем его и поддеваем. И не получилось. И протягиваем его вот в эту дырку. И только потом мы его провязываем. Лицевой. Далее снова изнаночная. Сейчас еще раз покажу. Раз, два. Деваем спицу. Подхватываем двойной захват. Снимаем его. Протягиваем в эту дырочку под два ряда. И провязываем. Изнаночной провязываем. Еще раз. Раз, два. Подхватываем и провязываем, продеваем и провязываем. Провязываем. Вот таким вот образом получается, как бы вот так вот, видите? Изнаночный ряд вяжем точно так же. Так, изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как каждый четный, лицевая, изнаночную мы провязываем с двойным захватом, лицевая, изнаночная с двойным захватом, лицевая, изнаночная с двойным захватом. То есть каждый ряд изнаночный мы провязываем одинаково. Разница только будет в лицевом ряду. Далее у нас пятый ряд и последующие. Через один ряд лицевой изнаночную провязываем. Теперь мы делаем захват. Мы делали с этой стороны, а теперь делаем с обратной стороны. Вот на два ряда ниже. Один ряд, второй ряд. Выводим спицу сюда, подхватываем эту петлю, спускаем двойной накид и перетягиваем вперед. Одеваем, провязываем. Изнаночная, раз, два, двойной накид, снимаем,
переносим сюда петлю, одеваем, провязываем. И так далее. Вот таким вот образом, чередуя слева, справа, мы подхватываем. Вот получается у нас такое вот переплетение, очень похоже на платочную вязку, только как бы вертикальную, да. Так, платочная вязка у нас горизонтальная, а это получается вертикально. Вот смотрите, если смотреть на образец, этот не видно, не так видно. Вот они, эти переплетения. Одно, второе, одно, справа, слева, справа, слева. И между ними изнаночная петля. Вот она с изнанки. С изнанки узор, конечно, никакой. Не на что там смотреть, но с лица очень красиво. Вот пока я вижу какой-то снуд и шапка вот таким объемным узором, но вы мне можете написать, вот что бы вы видели. И вот я связала образец, чтобы показать вам, я сделала две лицевые петли, между ними две изнаночные. То есть вот так вот, то есть одиночными как бы вот эти вот переплетения тоже можно использовать. То есть просто как отдельный декоративный элемент можно использовать. То есть между ними можно сколько угодно. Вот здесь вот она как крупная платочная вязка объемная получается. А здесь просто как одиночные элементы. Вот такая вот цепочка. Вот такой вот, девчонки, у нас сегодня узорчик. Вы, пожалуйста, мне напишите, так, фото для превьюшки, вы мне напишите, вот, чтобы вы им связали, как бы вы его видели, вот, а я на сегодня с вами прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока!